Сегодня заявку на участие в предварительном голосовании по выборам кандидатов от партии «Единая Россия» в Госдуму и Госсовет Республики подал заместитель главы города Чебоксары Николай Владимиров. Николай Владимиров – депутат со стажем. Он активно участвует в партийных проектах. В качестве волонтера во время пандемии он отвозил горячую еду врачам в красную зону, закупал средства индивидуальной защиты для них, доставлял лекарства на дом больным. Депутат Чебоксарского городского собрания – финалист федерального проекта «Политстартап» прошлого года. Во-первых, это проверить свои силы, возможность посмотреть, насколько тебя поддерживает твои избиратели, твои однопартийцы. Во-вторых, следует отметить, что ни одна другая политическая сила не проводит предварительное голосование. Только партия «Единая Россия» проводит предварительный отбор таким образом. Здесь работает важный принцип, где выбирают кандидатов люди. Это действительно важно для нас, на мой взгляд, где они открыто могут выбрать своих кандидатов, оказать им доверие, а партия уже впоследствии выдвигает эти кандидатуры на участие в выборах. Напомним, по всей стране идет регистрация кандидатов на предварительное голосование «Единой России». Принять участие в нем может любой гражданин России, член партии или беспартийный. Голосование будет электронным через портал госуслуги. Прием документов идет до 29 апреля, а, собственно, голосование за будущих кандидатов пройдет с 24 по 30 мая.